У него обе ноги нормальные. Купил, блин. Всех выведу на чистую воду. Ой, блин, прикольно вы отшили. Как назад? Привет! Не переключайся. Не переключайся. Гипнотизируй. Сейчас этого. Сиськи покажу. А, нет, пошутила. Переключайся. Классные обои. Я как раз дизайнер. Сука. Ой. Еще коронавирус. Один. Коронавирус. Екатерина вторая. Сука. Меня порвет. Можете пока не переключать? Одну секунду. Хотя бы хоть что-то мне скажите. Мне, блядь, скотина. Ой, ебаеба. Неужели хоть кто-то нормальный? Или ты ненормальный? Руки покажи. Второй. Ой, блядь. Ну, а откуда ты? Челябинск. Понятно, я не знаю такого города. Так, метеорит. В новостях увидела. Спроси, он верит в метеорит. А ты откуда? Пусть за метеорит разложит. Я из Челябинска, знаешь, такой город. Пусть за метеорит пояснит. Конечно, знаю. Ты из какого района? Это куда метеорит прилетел? С ЧТЗ. Ой, ё-моё. А я с Северка. Нихуя, рядом. Рядышком, соседи. Почти что. Прикольно. У нас эфир кончается. Завтра в пятерочке увидимся. Все, эфир кончается. Ой, мля. Че, надо еще выходить? Хотите еще? Че, он нормальный. Тебя... Я согласна. Блядь, дайте я скажу. Я согласна, он был нормальный. Но у нас осталась минута. Но он из Челябинска, и он рядом, значит, надо... И он верит в метеорит. Ну и типа, я не собираюсь ни с кем встречаться. Сейчас еще раз выйдем. На нас. Да потрендим с ними. Они уж устали вместе со мной стоять. Мы поржали, что, пообсирали всех дебилов, конечно. А я еще хочу. Давай это тогда сохраняем, все сейчас выйдет. Вы еще пойдете? Минута осталась. Все, я тогда отрубаю и еще раз давайте. Давайте. Прям по-жесткому. Но только прям... Прям с письками, да? Короче, я обещаю, я остановлюсь, только если влюблюсь. А я не влюблюсь, значит, я не остановлюсь. Все, давайте, сейчас выйду.